have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Пойдем мы сегодня с вами в Murder Mystery аж целое два. И будем ждать нашей очереди. Мы тут просто зашли поздороваться. Как уже традиция сложилась, из секретной комнатки здороваться. Тут можно посидеть. На экранах было бы круто, если бы на экранах мы могли бы сейчас смотреть катку, но... О, мы можем посмотреть, что у него творится внутри. Прикинь, он кинул нож в телек. Да? Не вопрос. Ты посмотри на эти уши. По-моему, у него раньше не было ушей. Я не уверен. Ладно. В общем, чувака очень достал телек, он решил в него зафигарить ножом, у него все хорошо в жизни. Нет, он скоро всех убьет. А, девочка под столом спряталась, и ее никак не смогли убить. От смеха под столом? Да. О, можем вот так сделать, я забыл об этом. Хорошо. Итак, что, ждем новую каточку? Алкоголь фу, согласен насчет. И сигареты фу, тоже опять согласен. Опять ко мне девушки пристали. Ну что, пойдем в Хаус 2. Хаус всегда хорошие карты, если ты убийца. Посмотрим. Ко мне просто куча девушек прилипли. Сразу две девушки. Дамский угодник. Парень, посмотри на мою эстетику. Итак. Ну, конечно. Ну, как бы с первой катки что ожидать-то? Было бы прикольно, если бы можно было бы спрятаться в стиральной машинке. Да. Тут всегда монетки на гриле жарятся. Сейчас посмотрим. Мои любимые... Жареные монетки, да. Монетки на гриле. Обожаю. Ладно. Ты уже пожарил две монетки? Нет. Ни одна не появилась. Неужели они... А кто где? Убийца? Кто-то где-то. Дайте пистолет. Пожалуйста. Пистолет под столом? Вы серьезно? А как его забрать-то теперь? Слушай... Че за баги, блин? Ёпарасоты... А, я понял. Она специально это сделала. Убила кого-то, чтобы пистолет был под столом. Никто никого не смог убить. Кстати, ты видел новые баги, что теперь твоя ружка остается висеть в воздухе? Нет. А, вот уже пропало. Некоторое время ружка остается висеть в воздухе. Да, я увидел только что. Ну да, тут было без шансов. Ну то есть бегать на протяжении там полутора минут, знаешь, что ты не сможешь достать револьвер. Ладно, жаль. Хоть денежку немножко собрали. Хотя вот такой баг мне очень не понравился. Знаешь, такую новую амуницию завезли. Ножи в студию. Ладно. Пойдем сейчас посмотрим дальше. Хочешь узнать очень интересный способ, как остаться незамеченным? Она еще не добила всех, серьезно? Там люди прячутся. Я думал, уже всех, типа, всех перерубила. Не, нифига. Вот. Это где она прячется? В кабине, в шкафу? А, в телеке. В телеке. Да. Телеки, кстати, неплохая вещь. Хочешь узнать способ, как остаться незамеченным, если ты убийца? Не доставай нож. Нет. В общем-то, у тебя, допустим, есть чек токсик или дождь, или призрак. И после убийства человек становится дождем, токсичным или призраком. Ну да. Ты убиваешь кого-то с эффектом дождя и быстро меняешь на другой эффект без эффектов. Это долго. Она не знает про фишку в телеке. Тролль. Ну тогда вроде как сурвы победили. Ты посмотри на эти кривые уши эльфа. Кривуши. Это кривуши эльфа. Ой, какой бред, ладно. Кривуши звучит как какое-то имя. Нет, звучит как название какого-то поселка. Это кривуши. 30 километров от Киева. Да. Так. Ну что, кто подсказывает? Кто эта тварь, которая подсказывает? Минечка, она слышит эти комменты или нет? Слышит. Видит? Да. Серьезно? Да.
Нет, наверное, нет, потому что она бы уже сходила. Ей же два раза сказали, что в телеке. Она не понимает, в каком телеке. Да как бы телека, тут только два. Ну, а мы победили. А куда делась... Куда делись звуки из игры, не подскажете? Ну, то есть, раньше ж был... Какой же... Пойдемте в отель. Какой же офигительный французский. Угу. Прям все так понятно. О, с нами Марьева. Женская версия Марьева. Мариванна. Ладно. Так, ребят. Если вы слышите сейчас легкую расслабляющую музыку, то эта музыка была поставлена фоном, потому что в игре пропали практически все звуки. Да, ну да. Нет, ну звуки атаки остались и всякое такое, но пропала музыка, пропало все что угодно. Какая кровать удобная? Я бы поспал на самом деле. Слушай, я хочу под кровать спрятаться. Меня никто не найдет. Я супер инвиз. Слушай, я думаю, то, что я нашел просто офигительное место для того, чтобы спрятаться. Я точно нашел. Я тоже нашел. Я даже поставлю на это все свои монеты за эту катку. Если я сейчас не пойду собирать монеты... Так ты в шкафу! А ты что, убийца? Нет. Откуда я знаю? А откуда я знаю то, что ты не можешь быть убийцей? Убийцы в шкафах не прячутся. Холодильник! Страдать! Блин, я не мог зайти в холодильник. Ты не мог зайти в холодильник? Я не мог зайти в холодильник. Так, ко мне зашел человек, видимо, монетки пособирать или что-то такое, и человек ушел. Вот насчет я согласен, давайте, не шумите. Шкаф будет трястись, если громко дышать. Ну и как же здесь много вкусных монеток. Да, монетки лежат очень соблы... Опа. А? Где? Слышал, да? Где? Да. Не знаю. Если бы я кого-то убил, то ты бы не услышал, как я кого-то убил. А, блондинка. Блондинка книжка на голове. А, это та самая блондинка, футболка, которая пытается получить знания, но у нее не выходит. Да. Хорошо. Помогите! Сбазиди! Ой, зря я зашел в мелкую комнату, я где сейчас... точно нету... Я опять забыл, сколько... вот сверху идет таймер, сколько таймера должно пройти до конца уровня? 800, 900... 600. Нет, не 600 точно. 800, 900 или больше тысячи. Как меня убили! Тебя нашли? Меня убили. Опа, ковбой. Меня не нашли, меня убили. Ты же сказал, что ты прячешься. Но я пришел не прятаться. Я решил пойти за монетками, и тут... Бум! Ну ладно, победа вместо монеток. Вот это шериф, у шерифа лицо такое, как у Айзека. Слушай. Слезами стрелял, видимо, да, чувак? Так, шериф победил, между прочим. А почему бы мне не открыть ящик? Не знаю. А вот я в том, какой ящик? Рабочее место. Хочу. Давайте рабочее так, место. Я открываю ящик. Я буду делать ножки. Я открываю ящик, мы достаем там ножик. Ладно, авторские права, не надо. А как же мне? Перестань, что ты делаешь. Что тебе? Вот это выпало? Не, камоновская штука выпала. А. В общем, самый быстрый способ подохнуть в этой игре, это таскать с собой ауру, ну, в смысле, этот шлейф, и таскать френда, пэта. То, что как раз делает кот. Ну, как бы у меня... Потому что шлейф, они просто бесят, шлейф. Как они выдают. Это, конечно, классные вещи, но они выдают очень сильно. Ты где-то сидишь, прячешься и... Я шериф! О-о-о! Что-то меня преследует блондинка, и я думаю, о, тут что этот котик в космической маске. Кстати, ребята, этот скинчик... Опа. Да? Красавчик. Да. Кот в космической маске, это был бесплатный скинчик, кстати. Может быть, мы его как-нибудь и оденем. Он выглядит довольно прикольно. Ну, в космической маске. В космическом шлеме, я имею в виду. Маска в виде космического. Это вообще-то кот-ниндзя. А? Это вообще-то кот-ниндзя.
Блин, а я думал, что это космический шлем. Ладно, кот-ниндзя, так кот-ниндзя. А я думал, сова, да. Ну, чё? N-Studio или на завод? Да, давай в N-Studio. Я хочу отель. Хотель. Я хотел. Я тут. Так. Посмотрим сейчас, чьё кунг-фу сильнее. Слушай, прикинь. Ладно. У меня же шлейф, опять со шлейфом. Ну? Всё, у меня комбо. Я в кустах спрятался. Кто в кустах, я не виноват, да? В кустах. Так, я очень сильно надеюсь, что никто не решит пописать. О, монетка. Моя шапка меня выдает! Тебя выдает все что угодно, я тебе серьезно говорю. Да мне моя шапка выдает, а так отличное место. Отличное от чего? Отличное для того, чтобы спрятаться. Допустим, они думают, что я странный цветок. Странный цветок? Слушай, вот можешь подойти? Куда? Я хочу посмотреть, как я выгляжу. Так а куда, где иди ты? На самый верхний этаж. Кто кого убил? А? Ты убил? Нет. Но я тоже слышал. На самый верхний иду. Я вот у меня вопрос, как я выгляжу, если я буду прятаться здесь. Да, смотри. Посмотрим. И хорошо. Ах ты! Хорошо ты будешь выглядеть. Ух ты, кусок кота. У меня кнопка отвалилась. Черт. Никто не видел, как ты кого-то убил. Блин. Оп, он мне стреляет. Слушай, ай, блин! Я из-за кнопки провтыкал, у меня кнопка отвалилась. Я случайно вытащил нож. Люди меня увидели. Ладно, я мог ее убить. Но не смог. Мог, но не смог. Блин, это сейчас то место, которое я нашел, оно довольно-таки очень офигительно. Как у меня кнопка отвалилась? Она же держится. Она держится на цеплях. На чьей? Блин, ладно. Видимо, я просто под неправильным углом нажал. Странно, на ней же фиксатор, это же механика. Ладно, пофиг. Меня кнопка подставила, вот это, конечно, да. Ладно. Офигительно. А в кустах ты хорошо прятался, да, только шляпу было видно. Слушай, а может ты тут спрячешься? Ага. Тут шляпа не должна быть. У меня топ-хед, серьезно, она такая же высокая, знаешь, как шляпа мага. Моя шляпа гораздо выше. Она у тебя загнута назад, посмотри на нее. И она выше, и она загнута назад. И вообще, там лава? Пол-лава? Какое же офигительное место, я тут буду прятаться все время, как только я буду в этой карте, все. Слушай, помнишь, что... Я думал... Блин, убийца. Кто убийца? Сейчас. Убийца, девочка в шляпе, ковбой. Слушай, хочешь спрятаться? Она стережет пистолет. Хочешь спрятаться со мной? Нет, спасибо. Ты еще боишься? Нет. Да она прячется, ну все, тебе в число был. Да как я промазал-то? Да нет! Нет, я уже нажал на кнопку, блин, на кнопку! Последи за мной, я посмотрю на нычку, которую я нашел. Ах ты ж, ёпперсоте! Неплохо. У меня дрожит шляпа. И уши. Причем шляпу видно еще с вот этого угла. Вот так вот, оттуда еще видно. Нет, оттуда не видно. Так. Ну как по мне, офигительное место. Убийца меня никогда не... Блин, первый раз я промазал буквально на тютельку, а второй раз она, видимо, нож кинула, потому что... Ну, она была еще довольно далеко, и я... Еще буквально доля секунды, я бы ее убил бы. Серьезно, я уже нацелился. А? Кто мне трое скинул? Не знаю. Отвлекают тебя. О, телепорты. Тут есть телепорты. Блин, это... Погоди, это новая карта. Я только сейчас это осознал. Я ни разу не видел таких фишек. Это новая карта. Вот пистолет. За тебя. И... За тебя. Она за другим котом погналась.
Побежала тебя обходить. Обходит. А откуда? Сейчас слева выйдет. За тебя. Блин. Как я не попал? Вот-вот-вот, у меня тоже такие же вопросы. Молодец! Есть! Красавчик. Изи! Ага! Изи! А, тролляка мелкий. Так, ну мне дадут экспу до 49-го? Я хочу вообще 50-й уровень. Ну, когда-нибудь, пожалуйста. Найс! Умри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прям такие напряженные каточки сегодня. Ну ладно, пусть будет меншин. Я вряд ли буду убийцей, потому мне, наверное, меншин... Хотя меншин как раз для убийцы хорош. А, ладно, пойдем. А как тебе талычка, Славой? Прикольно. Офигительно. Прикольно. Слава. Если бы мне шляпа не мешала... Если ты все равно там не ныкался, тебе-то разница, блин. Ну я там ныкался. Сур, ладно. Шериф. Слушай, может в кранике спрятаться? Я же шериф все-таки. Все шерифы прячутся, конечно. Да. Идеально, то, чем ты можешь заняться. Сейчас буду считать, если кто-то скажет то, что он убийца. Девушка-ковбой подозрительная. Там чуваки такие... Сас. Сас. Kinda sus. Все такие сас. По-моему, ты не ту игру выбрал, чтобы... Убедите. В ту игру мы играли. Убедите от меня! Во тьме ночной, при свете дня! Идите нафиг от меня. О, кто-то кого-то убивает. Ой, я понял, кто убийца. Ну, это какой-то лисенок. Вроде у него джинсовая куртка. Это кот. Кот! Кот в шлеме? Да, кот ниндзя, это убийца. Так, говори, где... А, подобрали уже... Опа! Оп-оп. Скажи, кот. Сам скажи. А, не меня не видит мой чатик. Шериф, да что ты делаешь, блин? Пойдем. Катакта. Ну-ка, так, катакта. Катакта, катакта. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, я его вижу. Oh, no. Знаешь, я не люблю, когда за шерифом бегают. Я бегаю за шерифом для того, чтобы схватить револьвер, ну блин. И тут. А, ладно. Единственная цель, зачем я бегал за шерифом, я хотел схватить револьвер, когда ее убьют. Ну что, я почему-то был уверен, что ее убьют. Ну чё, катакта. Убивай, мистейк. У нее даже имя ошибка. Ну, блин. Ошибка Windows. Да? Изи. Вот как это сейчас произошло? Ну, катакта. 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 Выжил на протяжении 2 минут. Ну дайте мне уже уровень сегодня, люди. Фиг тебе. Почти. Вот и я говорю, что почти. Так, хотел, не хотел. Я хочу узнать, давай хаос 2. Сколько у тебя монет. Кого? Я хочу узнать, сколько у тебя монет. Дофигелиард. Я не знаю, где это посмотреть. Заходишь в магазин, видишь, сколько у тебя. Шоп. Тебя 4500. Можешь, хочешь купить эффект наподобие дожей? А, чтобы он меня выдавал? Да, конечно. Например, зайди в эффекты. Не. Не понимаешь, что толку в эффектах? Не понимаю, ладно. Я хочу спрятаться в том месте, но мою шляпу будет видно очень плохо. Почему мы опять в гостинице? Слушай, ты же сурф? Ну? Хочешь спрятаться? Я хочу. Нашел крутую нычку для меня. Это для тебя. Иди на сам... Не понял. Ты чё-то немножечко меня преследуешь? Да.
Сюрприз, я видел тебя. Ну почему? Так, в общем-то, иди на самый-пресамый-пресамый верх, я тебе там покажу нычку. Они говорят синий. Что означает синий? Я синий! Ну ты не синий, ты голубой. Да! Кидай! До свидания. Вы там пока прицельтесь. О, сказали синий 47-й левел. Кидай нож! Нож кидай! Он долго кидается! Тебе нужно просто задержать левую кнопку мыши, и все будет хорошо. Он на И кидается. Хорош убегать от меня, тварь! Так ты просто на И нажми. До свидания. И. О, чувак спрятался в столовке. Так, где столовка? Где слушай, столовка? Знаешь ту комнату, которая... Второй этаж. Иду. Спасибо. А-а-а! Всех убью один, останусь. Второй этаж, длинный коридор. Назад! Сюда, что ли? И тут будет левая комнатка. Он выходит! Вижу. Прыгнул. Идет, скажешь, за пистолетом. Пистолет где? Мне сзади! Сзади! Там, где фонари зеленые. Сюда? Да. Он к тебе убегает, он сверху. Сзади, сверху! Сзади! Он вышел? Да, он да вышел. Вижу. Блин, он кидает слепой. Долго. Он за пистолетом идет, я понял. Понимаешь, ты просто слепой. Да, я знаю. Фух, как? Спасибо, на последнего выбил меня. Пожалуйста. Ну что, три чувака в меня стреляли, нормально, вытащил. Офигительно. Как же мне не нравится, уровень! Что ты... Да! Ого, пол уровня сразу. Зачем ты меня убил? Убил меня. А зачем ты в меня стрелял? Зачем ладно, ребятушки. Вот так мы сегодня побегали. Вот еще один подозрительный барышня взглядом, как у тебя. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем баладушек, всем, всем покеда. Победа.